14 прекрасных представительниц пенсионного возраста стали участницами тренинга на тему возрастной психологии. Вопрос адаптации к периоду выхода на заслуженный отдых затронули далеко не случайно. Очень щепетильная тема, когда нужно взаимодействовать с пожилым возрастом, поскольку люди находятся в такой вот социальной нише, когда очень тревожно относятся к различным моментам, и нужно с ними очень аккуратно взаимодействовать. Как отмечают сами специалисты, возрастная психология имеет свои особенности. Затронуть тонкие струны души бабушек или дедушек гораздо легче, чем их взрослых детей или подросших внуков. Только внимание и забота способны растопить любое сердце. Да и сами пенсионеры готовы идти навстречу и учиться общению. В связи с возрастом и с обстановкой в стране. Хочется, чтобы что-то подсказали нам, психологи, как лучше это все пережить. Здесь друзья, здесь, считайте, дом родной второй. Поэтому жду, чтобы это дальше продолжалось, чтобы это развивалось, и чтобы участвовало как можно больше людей, потому что больше друзей, больше улыбок. Елена Салинин в Центре «Вера» ведет кружок арт-терапии. С удовольствием приняла участие в занятиях коллеги. Считает, что умение достичь психологического баланса очень актуально для участников программы «Активное долголетие». Я очень рада, что сегодня присутствует так много наших девушек. И я думаю, что они найдут на этих занятиях ответы на свои жизненные вопросы. Психологические тренинги проходят по вторникам и четвергам. Каждое такое занятие – это не только общение, но и возможность узнать что-то новое о взаимоотношениях друг с другом. А такая информация всегда особенно полезна. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.